Прикол еще жив и будет проживать еще очень долго. Всем привет! Меня зовут Наталья, я из города Екатеринбурга. Хочу пожелать нашей команде Барс, Вежливый Альянс, победы и просто адреналина от этой игры, эмоций, просто кучу бурную адреналина и колоссальных эмоций от этой чумасшедшей игры. Всех приветствую на Громе 7. Меня зовут Антон, позывной Моряк. Приехали мы с ребятами с города Кургана. Как такового названия нашей команды нет, так как играем мы не так давно, с названием не определились. Но в Кургане нас знают также страйкболисты по группе. Раз у меня позывной Моряк, то все называют нас группа Моряка. Что ждем мы от игры? Как все знают, что страйкбол — это игра друзей и игра на честность. И в первую очередь мы ждем честности от других игроков, так как игра друзей, соответственно, дружеского отношения от всех. В организаторах мы не сомневаемся, так как были в апреле на Громе 6, все понравилось, все классно. Организация лагеря, задумка, сценарий игры, команды, соперники, все было круто. Соответственно, и в этот раз будет так же, так как организаторы держат планку не сдают. Все круто, погода не подкачала, дождя не будет. То есть, видимо, у организаторов там какие-то свои связи с верхом, раз нет дождя, потому что до этого лили дожди. Тут погода идеальная, просто, соответственно, будет зато тепло, классно, побегаем, поиграем. Всем хорошей игры, классного настроения, честной игры. Победи дружба, так как игра друзей. Спасибо. Попробую, да, сам, чего не хочу, да.
У меня падает, блядь. Ну что, не вижу, я в воздухе. Номер открытым поверх формы, до конца явления снимаем, завтра на лестнице немного. Водичка, бутылочка на человека можно брать. А вот это можно брать? Да, да, да. Бутылочка на человека. Чисто. Ты ж моя, солнышко, приходи к нам. Я обыщу тебе шашлыком. Приходите вы к нам с утра. С утра? С утра все? А до утра все занесли? С утра мне надо будет варить плов. Это вот, короче, мы чертим нахуй. Не подходит. А вы не взяли. Бутылочка. Меня зовут Александра, мы организаторы игры Гром 7. На этом полигоне ждем классных игроков, интересных эмоций, новые знакомства, и чтобы все получили огромное удовольствие от этой игры. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я также являюсь организатором Гром 7. Ну, что хочется пожелать и, самое главное, игрокам отличной игры, хорошего настроения. В этом году очень повезло с погодой. Надеемся, погода сделает еще больше настроения. Ну и самое главное, чтобы была равная игра. Все, после этого точно не смогу. Когда у меня падает, я точно не могу ничего добавить. Это серьезно. Когда у меня есть что-то, у меня упало в эфире, я не могу ничего больше добавить. Не докинешь!